Тем временем в Набережных Челнах плюс 7 заболевших COVID-19 за сутки, а общее количество подтвержденных диагнозов 719. В больнице города на сегодня госпитализировано 37 человек с коронавирусом. По информации Управления здравоохранения, выздоровело в Автограде 356 человек, то есть почти половина заболевших. За минувшие сутки в Татарстане зафиксировали 42 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в республике выявили порядка 4500 зараженных, сообщает оперштаб. Подтвержден 15-й случай смерти от коронавируса. Погиб 50-летний житель Муслюмовского района. По России количество заболевших COVID-19 превысило 641 тысячу. За сутки диагноз подтвердился у 6719 человек. Это минимальный показатель за два последних месяца.